Всем привет, с вами дядя Федя и Манманович. Сейчас мы вам покажем, как на Манмановиче правильно поднимать кабину. Не вручную, а с помощью электричества. Подходите вот сюда, берете вот такой ключ, подносите его вот к этой пипке, вот так вот, и кабина. И кабина начинает подниматься. Ну, вот, тем временем сливается масло с кабиной. Если убрать ключ, кабина не поднимается. Но для того, чтобы поднималась, надо вот ключ поднятия вот сюда вот перевести вот вверх, вот такой флажочек. Когда опускать, надо его вниз. Вам такие чудеса. Все, теперь она сама пойдет. Пойдет. Главное под ней не стоять. Хоп. Все, кабина сделала виру. Вот здесь, в этой баклуше, стоит фильтр масляный. Вот на 32 головочку и откручиваем. Но нужно сюда что-то одеть, наверное, трубу какую-то, может быть. И не просто трубу, а вот такой ламяра. Хотя написано 40 плюс 10 ньютон-метр. Это как бы, вот так вот, от руки как бы. А вот это вот его новый фильтр фирмы, вот такой вот, называется ХЕНГСТ. И вот так потом надо его вверх ногами быстро чик. Вот так вот защелкнутый новый фильтр на крышке вкручивается. Резинку мазать не надо, потому что там все помазано, посадочное. Здесь бы, конечно, пригодилась бы трещотка. Но мы не ищем легких путей. Хорошо, что листьев в фильтр не насыпалось. И то хорошо. Все. Чтобы опустить кабину, надо вот этот флажочек, вот он, видите, вот так вот так поднятие, а вот так опускание вниз перевести. Снова поднести какой-то железный предмет вот к датчику, и кабина пойдет вниз. Thank you.
идут зацепления гофрофильтра воздушного. Это позаборника тоже станет на свое место. Ну и подушки сработают. Сейчас кабина подымется. Видите, поднимается. Ну все, выбрала свое место. Как видим, видите, как кабина болтается от руки. Всем спасибо, всем пока.